это Голландия, от Амстердама километров 150 на север, территория Фрисланд, это Северное море, время 7:30 вечера, и городочек, который вы видите на своем экране, называется Хиндерлупен. Вот, вот виден перепад высоты, вот море слева, да, а вот справа городочек, тут метров 6, наверное, 6-7, ну, вся Голландия такая, подсеченная дамбой от моря. Мы сейчас двигаемся посмотреть вот ту церквушку, вот, а по пути понаслаждаться морским воздухом, блеянием овец и таким слалом, который приходится выписывать между следов жизнедеятельности всех этих овец. Хиндерлупен, Голландия.